Ребята, привет всем. Я буду сегодня играться. Да, Тимур еще пока не знает, чем он будет играться. Мы решили сделать ему сюрприз. Сегодня мы будем играться лизунами. Я уже актуальна. Мы уже покупали Тимуру лизуны, но они были в совсем маленьких тюбиках. Черный. В этот раз мы заказали их побольше. Здесь у нас 4 цвета. Какие цвета? Расскажи нам. Синий, черный, фиолетовый, черный, красный, синий. Молодец! Вот такую вот башню Тимур построил. Мама помогла, конечно, немножко. Теперь будем их раскрывать. Очень интересная вещь. Сейчас я открою. Черный. Вот такой вот. Вот я вставила палец, и он абсолютно чистый. Такие прохладные, класс. Ой, класс, мне очень нравится. А мне тоже. Такой вот как нефть. Много нефти. Дай мне. Держи. Черный. Ух ты, какие зумочки. А давай твердый. Еще один черный? Да. Ну давай, открывай. Класс, какой класс. Нефть. Нефть. А теперь Тимка поездит по нефти машиной. Давай. Загрузла в нефти. Застряла, да? Да. Толкай ее, толкай. Давай с толчка. Сейчас достанем еще остальные цвета лизунов. Я хочу надувать лизуны. И будем надувать их обычной трубочкой. Попробуем, Тим? Да. Мы еще не делали такой эксперимент. Ого! Дальше. Черепашка-ниндзя как на батуте прыгает, да? Тимка надул пузырь из лизуна. Какой пузырь? Где я? Стоп. Вот этот сайт. Вот мы уже надули сколько с Тимуром шаров.
Вот так вот мы надули шарики. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.